Ой, ты сейчас в Они аптеке, да, такие. работаешь? Кто? Ой. Вот в отпуске на 2 месяца. Я просто Видок. кулак, вот смотри, 3 секунды, 2 секунды. Я релогался. Ну да, я четко рассчитал, да? Ну я поэтому про аптеку и спросил. Не, я просто четкий. Ценный лакирок, как бы сказали. Что ценно? Санный лакирок. Animal Час, пойдем. Ралька, что ты бухтишь там? Да я Animal Говорит, Час пошли уже раньше, она хочет. Она уже даже грань одела. Я понял. Ой, нет, не одела. Одела. Давайте все тут идем танчить. Идите, советник, обейте через печеньку. Use. Давайте подходите, присты сейчас проконтролим, кто тут есть. Давай, это на звездочку, Злудрина, печеньку, Элоран, ромбик. Ну и там остальных можете кого-то законтролить сами, кто давай хочет. На счет 3 скажу. Давайте. Контрольте. Лол, блядь. Да там уже до 3 досчитали нормально. Играйте через советника. Да мы тут хотели колбу взять. И кто взял? Рога. Нормально. Не дайте советника, потом трусы бейте. Кого вести вам? Уже лейтенант идет. Какие же метки? Какие же люди? По таким же меткам? Сейчас патруль пройдет, остальных за контролем, так же самое по контролю. Давайте, можете идти контролить присты. Играйте через советника, а потом остальных будем сливать. Играйте, печенька, звездочка, кого меньше хп будет, то вы бейте.
Давайте через печеньку играйте. Тебя не хилили? Да, согласен, не хилил. Ваня, Ваня. Нормально. Тебя самого. Смотри, как делаешь. Чекаешь сразу хилов, у кого есть сколько маны. Кто хилил, а кто нет. Каски раздает. Хера. Я. Дай по друиду. Сейчас, сейчас я перебафаю. Так, не все бафы, пожалуйста. Но я по тактике ДК на двоих, протопал на одном, все РТ на кинетике. Может, поменяемся? Какая разница? Будет там лучше протопал, тогда будем сразу в квиз это переключаться, там деф я скажу, какие отдавать, чтобы без сферок так убьем его сразу. Каску в кулак. Ой, чё, я на комп прослушала? На двоих. Паладина, там готовьте капельку, ага. Скажу, когда давать кому. Там, Слава, когда будешь капельку давать без деф, прожми, чтоб не убило. Я центрального нахуй. Давайте чек на пол. Ща, подожди, а всё, нормально. ДК на двоих сказали же. Да-да-да, я в курсе. Талдрама на ДК, на БДК на пулите. Давайте, все готовы, можно начинать. Глупые смертные. Поставьте третью. Думали, что одолели нас. Сан Лейн не победит. Просто с пула дам, так что готовьтесь. Ладно, на вихре не умрите. Наши силы едины. И от огня не умрите. Ну, Фромба, как сказать, много кто ее хочет эту три недополучить. Да может Кирис это не отводить далеко. Пусть там стоит сверху. Ну, Валонара, Валонара, Гро, Талдоран точнее. Бежим, вихрь. Нет, Лавра. Если у вас мало хп, ждите, пока вас захилят. Не берите Талдоран. Нажми. Так, надо будет еще один вихрь разбежаться. Скажу, когда. Так, походу вихря не будет. Саня, вихрь есть, короче, бежим. Кто там дальше? Талдорам. Ну, давайте, хилы, РД на рейнджу, смотрим, на ком голем. Голема разряжаем по рейду. Кинетика. Кинетика, блядь, ну кинетика. Ёпка. В последний момент да не успел даже ее тормознуть. Кинетика еще одна падает сверху. Хали Сераси, Ресса и Эндриага, Эндриага, Ресса и Ханта. С правой стороны где-то все валяются. Эндриага вроде около ворот. Отводи, отводи Кремка, отводи. Иди. На мне заметалка. Все, все. Так, смотрим, сейчас будет. Огонь, смотрим, Ламроа, беги. Давайте Келисета все бейте, Мерики тоже подходите. Давай, Клык отдавай, протопал. А, там... Короче, можете не бить Мерики, там вихрь. РДД только бейте. Ну вот, ни капли на протопала. Прольется кровь, моя чаша. Насладитесь болью. Пера, ни капли на Animal Jazz'а. Сука, рядом всё. Стоит ШП и кастует пытку, блять, босс. Вихрь, бежим, бежим, вихрь. Там за волшебный приз такой. Не знаю, сейчас вижу, что это он, а не бьет кинетик. Так,
Три креста, блядь. На вихрь бежим. Три креста, два ханта. А потом на леди тоже сафо на леди, на личе тоже самое было. Ледяные сферы, когда бить надо. Смотрим, сейчас будет Алим, когда будет кастоваться, надо будет парить его разбежать. Разнести. Пока бейте. Смотрим, кастует. Зундрина, беги. Почему-то лагает немножко. 30 павших. Вообще жестко лагает. Рольте катушку на мейнспек. Да, вот это Танакей, это и не Кей адептовский. Харзу. Спасибо. Наручи на хапа надо кому-то. На успех. Ну я бы взял за бесплатно. Нет, сэры. Да надо Зулдрина возьмите, если не распалил еще. Зулдрина, дай, пожалуйста, этому Жекосу. Что? Именно. Вот эти наручи нахапало. А, ну ходи, кидай обмен. Или хотя, вот можешь дать Бойду, у меня те же самые стат, блядь, надо просто камень ставить, нахуя. Давайте два приста подходите, один лево, второй право, расконтрольте. Еще раз. Да, из Лудри налево, остальные все право. Вот тебе что ли надо? Все, можете контролить. Короче, ролл между собой киньте с Жекосом. А, стой, Войд, у тебя тоже эти кольчужные, да? Так, давайте через печеньку играйте, через советника. Их можно взять всего лишь из-за брони, из-за хп. Остальное то же самое. Ну да, броня для хила это, конечно, важный стат. Не, не говорю, что важно. Войд, бафни кулак по руби. Там надо кому-то подвеска вот эта ПВПшная на хила. Ну там фромер хочет ее взять, заходит. Если хочет вот один слот уступить ему на одного босса, то я ему отдам. Как вот просить в два ранее поафакашить. Да, вот эта подвеска. Покиньте меня, пожалуйста. Говорит, время не подходит такое. Не, ну если за одну минуту заберет, то когда не будет. А, не, надо когда принимать. Ну, нет слота, так нет, ладно, ничего страшного. Давайте, фулл бафы. Дайте фулл бафы там. Thank you.
Шамана. Ты кому шаману заливай ману? А ну я знаю, какому на букву F. Так, Жека, стул готов? Готов, шамана. Землю крестьянам, заводам рабочим. Ваня, не слышно. Да я молчу. Ну, танки, идите на позицию. Танки можете начинать. В центре хилы. РТД там по бокам стойте. Блять, я уже талы даже скачал. Что за хуйня? Это нормально, с пакта сбегайтесь. Я не люблю с укусами тут играть. Ну так подожди. И на ухитение. Сейчас Войт опять скажет, что руини рейд, потому что касание того. Угу. Ты его кусает. Я тогда реально думал, что ты делаешь квест, поэтому кусал его. Дрися словил, что ли? Это просто маги перевелись нормальные. Как вообще ловить? Не знаю, ханты гораздо больше. Хантом самое проще словить. Не хочу ловить. Спирайтесь с пактом. Глыбы бы скинул. Укути, Саня, для передачи. Я уже укусил. Бля. Отходите от луж, там пристыли на следующий цель антифильтром по возможности киньте. Давайте отходим от луж на киллер стара. Можно антифир кинуть. Давайте, милики там в центре не стоять, все на оранжу. Хилим рейд. Скажешь, когда будешь почти кусать. Укусил. Да блядь! Паша, я же за тобой бегать не буду, тут побежал, я бы, Паша, я бы побежал. Пусти, я пусти. Подбежал бы я. Давай, давай, Вань. Ты шо? На миллизону бежишь? Че, мне не сложно. Со мной я один был с РДДшников. Ты без метки по дамажу надоели. О, капец. Ну с пактом сбейтесь, мы сейчас еще упасть можем, если вы не сбейтесь, там 6 миллионов еще бить. Все, добивайте там. Хоть бы танков еще укусил там. Начинаем представление.
Я хотел Буди укусить, он либо в череду шел, либо еще куда-то. Потом уже как попал. Нет, череды не было. Все, резать павших. Щит рожь, надо кому-то на мой спектр. Знаю, когда побежал, ну, когда ставил укус, я сразу понял, что я лима буду кусать. На успех. О, класс, наконец-то красный щит на трансмут пойдет. Так, защитник, корольте. Так, защитник, звать надо кому-то, присоедините. Ну, следующий твой пенек. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Чем-то мой осколок отдался. Ну, нет, там не было. А, ты еще что-то не видел. Сумантик сломал, я отойду минутку. Да, пеньку отдал осколок. Сави, можешь спекнуться? Мне очень срочно надо отойти. Начинай. Да нет, а Максим что-то напакостил. Конфету размазал. Давай, Слава, спекайся. В кого, блядь? В конфету. Ну давайте, танки тут хило, тут начинаем. Сейчас я подойду. О, полицейский с Рублевки 5-6 серия вышел. Давайте, милики, звездочку, РД печеньки. Только трэш дали, не сагрите. Самое главное, дальше. Да сейчас сагрят, наверное. Хочешь сагрить? Да в этом ничего страшного нет. Что-то 7 артышников только бьют печеньку. Так же самое РД печеньку, милики звездочку. Играйте по двум бальки, по двум меткам. Сольется, потом остальных зальем. От того и отойдите. Ну давайте там протопал наверх, ТК по одному полководцу там тяни. Мелькие полководцы одного играете, РД там массами сверху заливайте. Хильд протопала хорошо. То может следующего полководца там еще одного вытащить, двоих сольете. Тяни там еще одного полководца. На этого полководца сольете, можете наверх массами врываться уже, милики.
На Вальке отдавайте свои бурсты. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. Жалкие невежи. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно. Давайте Наруто посмотрим. Да, Блич. Что за дядя? Да. Дезнота. Наруто другая песенка, заставка. Наруто очень много песен. Ну да. Там, помню, в первом сезоне, это который 10-20 серий в обычном Наруто, по-моему, последний или предпоследний опенинг классный, красивый такой. Ваня, ты серьезно эту хуйню смотришь, что ли? Да ладно, он интересный. Ты спать пошла вроде. Я как бы спать не уходила, я как бы с вами в рейде. Я тоже Ваня будет проявляться, тебе голос одинаковый. Черный клевер сейчас смотрю, прикольно показывается. Не, ну я прошлого, ну, Наруто я вообще весь посмотрел. Конечно, там Боруто я не смотрю, потому что какая-то дичь, как по мне. А мне Боруто нравится. Да, там пиздец. Нет, Наруто я смотреть не стала. Аня, ты смотрела «Психопаспорт»? Я смотрела Боруто, да. Угу. «Психопаспорт» великолепный. Там всего 800 серий, вы чё? А «Карточный домик» смотрел кто-то последний сезон? Не, его ж вроде там закрыли. Так, Элориан, давай в ДЦ. Сейчас, подожди, Лориан, давай в ДЦ, Ликбез, Лориан и Ликбез на рейде, остальные все будем Вальку хилить. Там для науки Фукасаку, Жекас, Фибрилляция, кто там, Халис, Лас, есть Эрдру у тебя, Лендриага? Могу спекнуть. Давай, спекайся, Вой там, Боже, Хапал, есть у тебя? Я на рейде, Ваня, буду, окей? Ну, смотри, так как хочешь. Ваня, объясни, как правильно хилить Коликом Вальку, чтобы нормально. Этот, как его, жизнь свиста, конечно, трех стаков, чтобы он разрядился. Не, ты говори Холипалу, не Эрдрум. А, так, не знаю, по-обычному. Я частицу на себя и с этим обычным хилками хилю. Так, давайте. Погнали, я готов. Ну туда Хали Селаси на рейде. Нету, стойте. Подождите, Хали Селаси на рейде, а Ликбез в портал с нами пойдешь туда. ДЦ и Хали Селаси на рейде будете. Что там, кулаки раздали? Стойте, маны нету. Дайте иннер ромбику. Я себе выдавал. Там Дряга, кто там еще? Фейл, дайте ему иннер. Все, Дари, пошлите. На первых порталов хватит. Не, почему первый сезон? Два сезона вообще офигенные. Третий мне не понравился. Боруто, который? Не, Боруто. Токийский гуль. Мне больше мало не говорил, что его закрыли, блядь. Кого? Ну, про карточный домик говорили. Ну, там же какой-то скандал с актерами был. Да, закрыли, но без него сняли. Ну, сезон такой конченый, конечно. Вообще, сам сериал охуенный. Какая там «Игра престолов» уже будет последняя, наконец-то, сколько там, 8 серий? Вроде весной. Бэтмен скажет, чтоб еще одну сняли. Я думаю, этот «Ведьмак» скоро будет от Netflix-ски. Там чувствует, не буду смотреть его. Сейчас «Викинги» начали выходить. Что-то посмотрел «Викингов», это не очень мне понравилось. Давайте по-мордой собираемся. «Сотни», «Викинги», «Престолов». «Полицейские с Рублевки», четвертый сезон. Ну, это вообще сериал для даунов, я считаю. Ну как, не для даунов, но поржать просто и все. Ну, никакой половой нагрузки. Под бордами полетели. А что там полетел уже без нас? Там большой гуляет по рейду, танки вы будете забирать? Отлично, демона убила. Я выжил. Что ты делаешь, ты? Хилю. Знаю. Алька. Так,
он там кого-то убивал. Я давайте забываю. Тоже под мордой встречаемся. Большой, вышел справа. По-моему, демон умер. Наверное, на CSS повешено. Да, давайте еще одни порталы будем закрыть, потом раздадим. Играйте в подавление, там, когда у толстого мало хп, маслами под него заливайте. Давайте под мордой тоже соберемся. Что-то проседает. Дайте там хильте, что вы там, нормально все будет. Там, по сути, надо только толстых танчить, остальные не так сливаются, их мирики забивают. Если там сорвется, то ничего страшного. Там толстых надо танчить и огненных. Огненных тоже можно мирик танчить. Дайте гимн на хп. Давайте гимн на хп, там паладин на руки кидайте. Подавление залейте, главное. Да, играйте, вот подавление вышло. Все нормально будет. Огненный справа сверху. Все хильки 1%. Да что, дохилим уже. Рисуйте павших. Саш, побудь в хиле в аэродроме на одном боссе и сыграйте, он по червякам вылезли. С правой стороны. Руки на мейн спек надо кому-то? Пиздец, падает колечко ебаное. На успех. Да, и бесплатно. Перчатки. Сейчас, сейчас. Колесо надо кому-то на мейн спек? И жезл тоже бесплатно, бесполезный. Бесполезная фигня. Жезл для вообще отличная штука. Так себе. Блять, говорят, что ДЦ не надо скорость, но я не представляю ДЦ без скорости, поэтому говно конченное на ДЦ. Конечно, надо там хотя бы, чтобы ХГД хотя бы там секунда была. Не секунда, ближе к секунду. И молитвы этой, которые на 5 тел. Я, блядь, собираю 700 хосты где-то на ДЦ. ДЦ вообще хоста не нужно. Да ты дурачок. Там все хоста собирается с сета, там... Не знаю с чего. Не, ну камни на хосту я не сую, я согласен. Ну ладно, шмоток хватает. Там сруется по ДЦ. Отойду на... Я тоже. Трешка вообще там, по хитке без меня. Надо подождать. Осталось 70 душ. Видите дракончиков?
Есть ханты, алё. Лок может привести. Всё. Да, веди уже. Ладно, лок сейчас приведет. Халк, что-то знакомый. Это лагает. Это есть? Сейчас должно. Что, все хилы ушли покажется, что ли? Танки, походу, тоже. Я блин, а чего вы тут не хилите? Докажите, что еще есть ли? Ну да, никто не хилил. Паня только стоял один. Я только пришел, смотрю, что старик умирает, там хотел мановинку дать, не успел, там бар сдох. Притяните. Да. Да. Че, можно выиграть? Да, там агрит, он на ДКшке кидайте, сковывание не улетел далеко. Сейчас найду. Нашла. Чего это опять АФК? Как обычно. Кидай, 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 ПКД. Ну, не успела. Ракуля. Два раза кинула. Да там ДКшка просто обновляет через каждые 5 секунд. Все равно откидаешься, кидают. Давайте второго дракона агрим. Yes. Мы с Эшемом. Чем-то наверх поднимаемся, внизу не стойте. Что там в норме талик падал, не? Нет.
Слава богу. Сейчас упадет. Пожалуйста, пусть чешкой это. На танка. Это было читаемо. Там для науки Жека сходит, подходите. Войд, Джекас, подходите, вас двоих ждем. Кто кресты бафает? По-моему, Жекас. Жекас, тут не фибрилляция, спекни с хила на одного босса. Да-да-да, я тут. Дайте рез, пожалуйста. Все, можете фулбафы давать. Кушайте рыбу. Друли баф. Сейчас все будет. Мана топил. Фибрилляция, Анакей, Жекас. Что там не хватает? Подходите. Инту и пристабав. Анакей тут? Нокдаун покидает гильдию. Ты хуй с ним, чё? Когда? Не вижу. Что? Покидает гильдию. Только что, пару минут назад. Ладно, давайте, все готовы. Идем, начинаем. Там танки фрушмот оденьте, не забывайте. Всё, начинать? Да, начинай фрушмот, только одень. Одела. На ком будет освобожденка, не стакайте, 5 хилов захитится. Краска, иди вперед, поставь нормально ее. Вперед, а не назад. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Нормально? Хвостом не ударят? Отлично. 3 хила, мирики, посмотрите, много стаков не набирайте. Да нормально. Шека, не стакай, сейчас притяжка будет, хлопчешь парей. На ком бежим? На ком бежим, как вообще не стакайте. Захидится все и так. Блядь, ну вообще красавчики.
Кот, резай Эндриагу на переходке. Эндриага, резни Шитону. Резай Эндриагу, смотрим метки вниз, рейд наверх. Захилите Эндриагу сразу. Смотрите сами, где падает Эндриага, а потом резню Шитону. Я в метке, смотрите, где падает. Браво. Слева стопа нити, блин, по одном, по одной глыбе. Давайте, если мы падаем, то это ХП по суточке, всем, кто умирает, вот так вот. Эндриага, резь своих Рзула. Блять, ты чё вы падаете? Бейте метки резчи. Эндриага, Харзула, Харисиласи, резь свои... КД. Коня переключите на сосредоточение. Так, кто там ещё БР остались? Ликвес, резь свои Анакия. Чё, это модно вместо средоточия коня ставить, не? Фьера, стоп и ДПС, на тебе 12 стаков. Бежим. Срезку прожми или бабу. Давайте, два хила хилят, там по 5 стаков максимум. Милики. Таком освобожденка вообще не стакаем, ничего там все захилится и так. Ну, кстати, если лучше будет взлетка. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Рядом, так, я опять в метке. Сами смотрите, сами бейте. Скажите там, где падает. Вижу, кто убил центральную ГП, да. Там взлудри на гимн ХП по обстоятельствам. Я в метке. Тут он. А все пришли либо мертвые, либо в метке. Лоран вроде бы не в метке. Не, он тоже в метке. Ой, кальто, лови. Ты боишься за меня? Да пипец. Коса поставишь потом. Сотру летит, а кралька даже не бежит, то на. Нет, кого? Выбор. На нас чуть-чуть. Еще. Так, давайте, сейчас будет притяжка. И будет фаза. Давайте, бежим. Давайте, все метки под босса. Смотрим, сейчас будет метка под босса, будем нести. Так. Киллстар под босса, милики ушли, сразу разбивайте. КД на БР ушло. Зарез, Этон, это тут? Разбивайте сразу. Хотя ладно, не резай, на всякий случай пусть будет. Давайте, следующий под босса будет притяжка, следующий не бить. Фьер под босса, милики уж. Оу. Че это? Ну это перетаунд босса, я так понял, на дыхании. Ну падайте. Любимый баг нашего любимого сервера. Как бы дело не в том, что танк виноват. Ну, я думал, Animal Jazz знает эту хуйню. Я же это, до дыхания взял, синдром. Не-не-не, ты только ее стаунтил, она сразу ебанула нас. А в чем там разговор? Как нельзя забирать? Просто расскажи, я не знаю. Во время дыхания и, ну, перед дыханием, там, за секунду, нельзя забирать босса, потому что он может вытихнуть. Тогда кралька терпи две глыбы. ТТК может 4 глыба вытерпеть. Ну, дело все в том, что это, ну, просто баг. Это не то, что танк там дурачок. А ты мне объясни, зачем ей глыбы терпеть 2?
когда ты первую под босса принесли, скинул и пошел. Тоже не понял, честно. Или что, тебя не так учили в школе? Первый глыбой. Я мой нахуй на разряд будет принимать экзамен. За первый скинул, пошел менять. Не считай никакие глыбы. За каждой, какая есть. Ну, Слава, это не танковские проблемы, это проблемы нашего сервера. Да я не про проблемы, я про то, про его вообще, про мировоззрение Animal Jazz. Он говорит, две глыбы жди. Нахуя? Не надо ничего ждать. Не знаю, я когда Арбудел там танчил в тандеме, я четыре глыбы вообще не ходил его менять. Потом он говорит, Саня, меняй, я подошел, встал, начал спокоен, все. Так, давайте, подходите, кушайте рыбу, там Белотрон сейчас протарется и будем бафы давать. Так что, это считается за вайп? Ну, вообще, Ваня, я бы это за вайп не считал, потому что это как бы, ну, баг сервер. Не, ну, баг-то баг, но там те, кто упали на притяжке, там, лет метка, ну и долго-то. Не, насчет ГП я с тобой не спорю, я имею в виду, если будут разговоры про доп. ЕП. Не, ну тут такое, посмотрим. Если сейчас первого трая убьем, то доп. ЕП будет, короче. Дайте не, ну если сейчас мы не убьем с первого трая, то по-любому тогда нету доп. ЕП. Я имею в виду именно конкретный вот этот трай. Ну да, сука, минут 10, ладно, пусть будет он с бафами. Давайте, фулл баф, если тут там кушайте рыбу. Листов нету. А то левым похуже. Давайте чек на пол. Паладин, освободите, Слава? Пожалуйста, каст ауру. Ты там есть каст ауру. Слова не говоришь. Что там будет, что там? Давайте все готовы, спускаемся, хилимся. Да? Ага. Да, да, начинай. Нормально? Да пойдет. Пойдет. Так, два хила хилит, мелики там 5 стаков максимум. А ты чё, не знаешь, когда нормально, когда нет? Ну, вдруг нет. Кот улетает, значит нет. Это проблема кота. Следующий, когда танчу, мне ещё похуй, кто там улетает. Давайте, притяжка 2 секунды, готовьтесь бегать. Бежим. Мы учили геометрию в школе, да, ты? Угу. Какая сейчас школа, ну, где там нихуя вообще не учат? Да, Вася, у них там даже сейчас оценок нету. Сдал, не сдал. Давайте, рейд вверх, метки вниз. Так я опять в метке, так кто-то говорит. Смотри на по ситуации, на ХП дашь. Нам, блядь, студенты приходят, четверокурсники с колледжа. Я вообще не знаю, как они будут потом работать в энергетике, но это просто пиздец. Ну, спросили, как ты вообще думаешь, что как работать, будешь деньги там зарабатывать. Говорит, а я буду танки стримить и на этом зарабатывать. Ну, вот все понятие жизни, хули. Танки стримить. Они же думают, что, ну, все блогеры миллиардеры, хули. Да, вы это там миллиардер, на самом деле. Ну, вот не блогер, а так засирщик Ютуба просто, нахуй. Ну, просто реально, таких людей к электричеству подпускать нельзя, хотя вроде 4 года учили. Давайте, притяжка 2 секунды, готовьтесь отбегать. Это сколько реформ образования проходит постоянно, это просто пиздец. Сейчас еще эту баллонскую систему тупую нам въебали. Ну я когда в техникуме учился, по-нормальному учился, там, ну, была, конечно, баллонская система. Но там как-то один преподаватель
ведет там все на глазах, там, вы не верите, там семестр отучился, там 7 недель, все, предмета нету. Блять, ну как так можно? 7 занятий в неделю и все. Что ты там узнаешь за эти 7 занятий? В неделю? Не, это за семестр, или за полсеместра уже не помню. Ну, по занятию в неделю, короче. Ну ты знаешь, у вас армия, наверное, уже немножко по-другому, это как белорусская армия. Там два раза постреляет солдат, и типа уже отхули. Метки вниз, давайте, сами там смотрите, бейте сами. Так, Этон, а ты тут? Фейл, после метки Этону риснешь. Где-то в центре должно самый быть. Самый прикол, что говорят сейчас, что у нас сильно нагружаются школьники. В Беларуси же даже Лукашенко чуть реформу не провел, чтобы запретить экзамены, занятия по субботам. Пока просто запретил, но без законодательной базы. Типа напрягаются сильно, пиздец. Че, вы там по субботу учитесь, что ли? Ну, вообще-то я учился по субботам, когда учился в школе. Я все, что уже сидевка? У меня брат раньше учился тоже по субботам. Потом отменили ее. И меня это не напрягало никак вообще. А меня напрягает. С утра, да, дня я учусь, а потом прихожу домой и в воскресенье делаю опять домашку. Так, ладно, давайте фазу пошла, давайте соберемся быстренько, потом поговорим. И потом похудим на лече на ноча. Метку под босса, маг под босса ушел, милики ушли. Это ебаная магия. Разбивайте сразу. Пиздец, вообще хилить не могу. Давайте, следующий под босса, притяжка будет. Пенек остался, милики ушли. Селфиш, не умирай. Метку не бейте. Я сейчас шопой перехитит. Беги, малышка, беги! Я что ли? Давайте, разбивайте. Следующий так же самое под босса. Хари, Селаси под босса, ушли милики. Хари, ушли, ушли от рейда, ушли. Сразу разбивать. Разбивайте массами. Это он гимн на ХП, следующий в сторону. Гимн на ХП, это он быстрее. Давай, давай, нормально, в сторону, Ламруа, в сторону, в сторону. Давайте под боссом два скрепа разбейте, все нормально, там хилится, дэшится. РДД бейте скреп, мирики босса бейте. РДД, короче, дайте все бейте скреп. Следующий под босса, Харзул под босса, мирики ушли. Дайте гимн на ХП за Лудрина. С Лудрина на ХП. У меня мет на освободил. Третий приз дай на ХП. Скидывайте стаки. Скидывайте стаки, нормально, все. Под босс Анаки и милики ушли. Третий приз. Да, все нормально. Притяжка, притяжка не бейте, скреп, притяжка. Термопуль. Дать. Не, пока не надо. Давайте следующий под босса. Разбивайте. Фьера под босса, милики ушли. Фьера под босса, ушли милики. Танка хильт. Разбивайте. Сейчас, 2 секунды. Под босса так же самое, следующую. Тщеславия остался, милики ушли. Сразу разбивайте. Сейчас, подожди. Под босса следующий тоже. Ликбез под босса, ушли милики. Тазу разбивайте. Следующий под босса будет притяжка. Так, милики ушли. Хоть шопы переседал, бля. Так, притяжка не бейте. Беги! Следующий в сторону и добивайте. Фибрилляция в сторону и добивайте. Там по поводу ГП можешь на мага кинуть парсуту. Да толк, приму, что давай, что не давай. На мейнспек рольте. Ну я про себя говорю. А. Тебе такие, нем?
затупил, просто мне кинулось это, блядь. Освобожденка, я что-то прослакал клын. Мне прикольно было сказать, я желание выпить. Кинулось желание выпить, и я что-то завтыкал. Тут на следующий насколько. Блин, если бы мне желание выпить, мне еще похуй на все. Я выпью и пойду дальше рейд. Кто там на сколько следующий? Кому надо? О, давай мне. Мне ты в РГРУ или... Не, в САУ. Бойда, давай, короче. Надо кому-то обычный защитник. Два штуки. Велипец, там подпишешь у него в списке, что собрал. А у меня нету прав. Нахера вы пишете, что типа собрал и пиздец? Кикнули сразу с списка, да и все. Не знаю. Любуются. Понятное дело, что в дарках уже больше, чем, наверное, в адептах Шейма собрали. Так, давайте, тут чек на ФК, пока по тактике расскажу. Я по диспелю. С первого шаркающего ромбик снимает Киллер Старс, со второго квадрат или что-то поставлю Ламруа. Так, теперь по станам. Фейл, станешь все печеньки. Рова, станешь все ромбики. Протопал, все трусы станешь. Остальные ретрики, смотрите сами, когда будет кто улетать, давайте станы, только не массовые, а точечные. Иннеры, Хали Селаси, заливаешь длинноухому, Эндриага, мне зальешь, Фейрл, смотри сам, кому там будут просить, тому зальешь. Давайте фулбаф и чек на пул. А что там по станам? Фейл все печеньки, селфиш все ромбики, протопал все трусы. Так, Анакей, Пьера тут? Пьера тут. Бафаю, счастик. Давайте вас добавлю, я пока лича запустил. Давайте убиваем с первого трая до ПП. Так, милики все в печеньке. РДД все... милики все в квадрате, РДД в печеньке. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И... Там прошу мод поменять, если не поменяли танки. Лок на второй переход, кинешь СС на БДК. Ты здесь пыль, ты шаркарей. Да будет так. Герои в атаку! Блин, вроде есть еще два приста. Главное, блядь, сферы бейте, а не как вчера. А что вчера было? Улетели. Так, смотрим, ложка сейчас будет. РДД. РДД. Так, первый шаркающий там ромбик поставил на него. Кто-то его дисперит. Зудрина. РДД ловушка, милики тоже проходим. РДД, милики тоже проходим. Смотрим, чума 2 секунды. Чуму выносим, чума на... Корзул. Не спал. Милики, ловушка, милики, ловушка. Милики, милики, не улетайте.
помогаю. Плохо. Второй шаркающий вылез. Вылезет. Милики, ловушка, милики, милики. Милики. Забери. РДД в печеньку. А кто там с Блудрина или кто там фибрилляция? Давайте все в печеньку стали. Протопал на край, уходи. РДД ловушка. Дайте капельку на протопала. Ой, дай каплю. БДК введи в РДД зону. Давайте смотрим, сейчас одна ловушка еще будет. Дайте еще одну капельку, диспельте ханты, все на край все. Милики аккуратно. На край все, милики аккуратно. Мах, блинкуйся. Все, молодец. О, ёпты, красавчики. Давайте еще главное блокир пережить, и вообще будет четко. Так, давайте все набирайте ренджо между собой. Этона гим на ману ставь. Этона гим на ману. Ставлю тотем. Присты. Два ханта, играйте по сферкам, короче. Протопал забери, там мелкий трэш, только духа не сорвите. Гробу-то вроде нет. Смотрите сами. Ой, испугалась, блин. Его сорвали. Не знаю, нормально вроде. Рейд живой, главное. Я лагаю. Давайте последнего духа бьем. Хорошо, там сверки летят, сверки бьем. Дотайте духа, сейчас будет переходка. Сверку добьем, переходка. Сферу бьем. Сферу бьем, на нее не бежим. Идемте в звездочку, там дадут, забейте духа, РДД, мириките, клича ковыряйте. Ой, ваша гро. Все, давайте в звездочку все стали. РДД, милики. Ваня, нормально? Да, пойдет. Так, валькиром стан, валькиром сливаем. Давайте стан, все три сливаем. Так, готовьтесь, вышли из-под валькира осквернения. Вышли из-под валькира осквернения, киллер стар. Все, добивайте валькир. Давайте, добивайте. Чего они улетают? Ромбик добейте. Все, идемте на центр. Даю рост. Ставь центр. Давайте все. Да, пойдет. Давайте все звездочку. После первой валькиры будет осквернение. Скажу. Надо будет разбежаться. И слушайте, кого бить, это важно. Если что, там кого-то отпустим. Так, готовьтесь. Вышли с центра, вышли. Аккуратно, скринь, дай сакру. Сакру. Там три валькиры летят, их, короче, сами сливайте. Саны, давайте, ебаные. Печеньку, все, короче, пробуйте все три слить. Не знаю, кто где летит, не обратил внимания, сливайте все три. Давайте, две валькиры, мастан, печенька, ромбик играйте, ромбик. Дайте, бейте, все, слили, давайте, хилы, РД на ренжу. На ренжу вышли, смотрим осквернение. Эрдру. Идем на центр. Дайте маны, хлебал. ДК, веди звездочку. Звездочку, веди, ДК, давай звездочку. Все стали звезду, очень станем валькир, очень сливаем. Давайте, первую не бейте, две валькиры в центре. Трусы играйте, приоритет, там я. ДК, прожмись, хильте ДК. Трусам стан, мастан дайте, быстрее. Давайте, трусы бейте. Трусы давайте бейте. Ромбик. Добивайте ромбик. Пробуем как-то чаржнуться в осквернение Андриага. Вышли с центра. Давайте сейчас на центр идем. Плохо. Маны дайте. Идем на центр. Кому маны, кому ник? Жекос. Все в звездочку. Подведи, да, нормально, короче, с валькиром. Ладно, стан. Без маны залил, хлепал. Да ничего, давайте, после третьей валькиры будет осквернение. Стан, все три сливайте. Станы, паладин, давайте станы сами точечно. Вышли осквернение, вышли из-под валькир, баш. Давайте, играйте все валькиры.
печеньку, давайте, ромбик бейте, все три бейте. Не нужны больше никого, хотя если трусы не успеем. Дайте, ромбик бейте. Ромбик, трусы. Введи лича в центр. Лича в центр веди. Так, сейчас Хирова знает, сейчас осквернение, чьи валькиры, давайте все в звездочку. После третьей валькиры сразу же будет осквернение. После третьей надо будет разбежаться в стороны, все звездочки. Давайте, первая, вторая, третья вышли. Убирайте все три валькиры. Давайте, все три валькиры сливайте. Стан. Давайте, печенька, трусы. Ну там станы улетели. Ромбик, давайте, ромбик и трусы. Попробуй потом через себя вернуться. Давайте, трусы бейте, ромбик уже не спасем. Трусы бейте быстрее. Надо было в одной точке стоять. Так, вышли осквернения. Осквернения. Давайте, вышли. Играйте в лича все. О, блядь. Шаг два. Ну, давайте, да хер он знает. 1% лич. 1% лич. Да-да, нормально. Идите все в край, на край себе. Бейте лича, валькиром стан. Стан валькиром. Блять, я улетел. Пробуйте, или там кто-то? Не-не, нахуй, давайте падать, это говно ебаное. В смысле, никто не падает? Да это хуйня, правильно. Отойди его. Понятно, короче. Осквернение в центре два раза. Подвалик. Там первое оскорбление я залил. Первое и второе. Тут пусть сами пишут. Тэп накил, у меня чат пролистался.